Братья и сестры, здравствуйте. Похвалим, пока не поздно, блаженного и великого Иоанна, тизоименитого благодати, крестителя Господня. Тизоименитый, то есть имя его означает, в общем-то, Йоханан, это благодать Божия. Это имя он был, не должен был носить. Когда он родился, то его хотели назвать именем его отца, Захария. Был бы Захария бен Захария, Захария сын Захарии. Но Захария, онемевший от видения ангела в храме, написал на досточке Йоханан, Иоанн будет имя ему. И это имя засияло во вселенной. По, кстати, еврейским таким древним представлениям, раввинистическим, вполне справедливым в данной части, значит, если возвещается имя человека до его рождения, это означает, что судьба его прописана, и что там вариативность очень маленькая. То есть у него должен, ему уже предложен путь, и он пойдет по нему. Это прямой путь некий, который Бог знает заранее. Это касается полностью Господа Иисуса, имя которого наречено еще до его рождения на земле. Оно потом проливается вместе с ним на землю, как благоухание. И Иоанну тоже дано имя заранее. Он должен носить имя Божественной благодати. Поскольку нам нужна Божественная благодать, мы, например, молимся в храмах, там, «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». То есть ни заступить, ни спасти, ни помиловать меня никто не может, только если Божия благодать. Вот, мы нуждаемся в ней, существенно нуждаемся. Мы не можем помыслить что-либо от себя, как бы от себя, но это действие Божие в нас, за что Богу отдельное спасибо. Значит, и вот он принес с собой благодать. В первый общий образ Иоанн родился, и развязался язык его отца, родился, и развязалось неплодство его старушки-матери, родился, и заговорил о самом главном, что благодать никак иначе не приходит в мир, только через покаяние. Этот человек, ангел пустыни, был во всем не похож на нас. В том смысле, что он не ел никогда сладкого и там, пышного, там, не знаю, там, жирного. Он ел акриды, разрешенные законом каких-то насекомых, вот, из которых там биологи даже не знают ни там перечисления этих там разрешенных, этих прыгающих, ползающих. Там не все понятно вообще, что это такое. В книге «Левит» перечисляется. Ел дикий мед, носил на себе одежду, напоминавшую Илью, ибо он пришел в духе Ильи, перевязанный по чреслам кожаным поясом в знак умерщвления страстей и одетый в верблюжий волос, в одежду, в лосиницу, в колючую, минималистичную одежду, которая как-то вот прикрывала наготу и минимально согревала или защищала человека. И главным его занятием от времени его выхода на службу до сегодняшнего дня, ибо он служит и сегодня, является проповедь покаяния. Он равняет пути. Помните, как написано было у пророков, что перед Господом, который приходит, нужно, чтобы всякий холм понизился, а всякий дол возвысился, чтобы стропотные пути стали гладкими, и чтобы мы приготовились к встрече Господа. И вот Иоанн готовит Господеви люди совершенные. Понизившиеся холмы – это смирившаяся гордость. Вот кто там, скажем, подумал о себе паче, нежели подобает думать, то приготовление к приходу Господа – это понижение своих завышенных самооценок. Нужно смириться перед Богом. А тот, который уныл и опустился ниже плинтуса, тот должен приподняться, расправить плечи и крылья, потому что и он человек, и его создали не просто так. Он не дрова для ада, он наследник царства по замыслу Божьему. И Иоанн возвещает нам эту великую радость. Там интересно, что он вообще ругался с людьми. Он называл их порождениями ехидновыми, ну, не всех, но некоторых. Он говорил, что не думайте в себе там самохвалиться, называть себя детьми Авраама, потому что Господь из камней может себе делать детей Аврааму. Но невзирая на эти все такие строгости, иногда такие крайние жесткости, люди такие же были чувствительные, как и сегодня. Они не хотели слушать неприятного. Сегодня мы там начали бы фыркать, что он тут пришел нас ругать. Да не пришел. Они все-таки ходили к нему, потому что сердце их чувствовало. Душа обижалась, а сердце чувствовало. Он подает нам нечто очень важное. И там, когда он говорил им, там, подавайте милостыню мытарям, не требуйте ничего больше, там, солдатам, значит, никого не обижайте, там, и так далее. У кого есть еда, делись с ближним. У кого есть одежда, делай так же. Он строго говорил. Но Лука пишет, что и много другое, утешая их, благовествовал им. То есть все эти строгости были утешением. Если мы хотим ласкать людей, мы погубим и себя, и людей. А если мы будем правдиво, справедливо, строги к себе и людям, то мы утешим их души, потому что они измучились от фальшивой ласки.
вот этих блудных сладких слов, вот этого самоуспокоительного журчания бесполезных текстов. Пока не раздастся этот львиный голос, буквально львиный рык покаянной проповеди, пока не проснется встрепенувшееся сердце от страха неизбежной смерти и ответа за прожитую жизнь, да не будет ничего доброго. Мы только будем чокаться шампанским в Новый год и говорить: новое счастье, с Новым годом, с новым счастьем. И это как было брехнёй, так брехнёй и останется уже. Ничего нового у непокаявшегося человека не было и не будет. И Иоанн приносит нам сию строгую и торжественную благодать. Иоанн, родившийся от священника в старости, Иоанн, живший в пустынях, Иоанн, не ходивший ни к кому. Он сам был достоин того, что вся вселенная приходила к нему сама, своими ногами. Иоанн, узнавший Иисуса еще во чреве матери, Иоанн, склонивший голову под меч в крепости Махерон по приказу пьяного Ирода и по хитрости его незаконной жены и ее дочери. Великий Иоанн, больше рожденных всех женами. Почаще вдумывайтесь в эту жизнь, потому что после Марии и Иисуса это самый важный человек во вселенной. До свидания.